Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Рад видеть вас в сегодняшнем видео. Что будет в новой серии сериала? Сериал продолжается со всем своим азартом. В этой части сериала Ферид привозит Сирана в больницу. Обедин звонит Суне и сообщает ей, что Сейрон нашли и ее везут в больницу. Суна сообщает всем и вся семья приезжает в больницу. Сирану и Синану была оказана первая помощь, и их жизни были спасены. Казим злится на Синана и говорит, что не оставит его в покое за то, что он причинил вред жизни дочери. Когда Казим идет к семье Синана и ссорится, вмешивается Ферит и говорит ему, что уничтожит Синана. Когда брат Синана Ферит спрашивает, угрожает ли он, Гульгун отвечает, что семья Кархан не угрожает и сделает то, что скажет. Затем Гульгун спокойно уводит Ферита и Казима. Проходит несколько часов в больнице, Сейрон и Синан начинают приходить в себя. Все рады, особенно Ферит, когда Сейрон приходит в себя и опасность миновала. Доктор позволяет Фериту войти в Сейрон. Когда Ферит входит в Сейрон, Сейрон рад видеть Ферита. Сейрон говорит Фериту, что знает, что найдет ее и спасет. Когда Ферит говорит Сейрану, что никогда не оставит его в его трудный день, перед ними появляется Дияр. Когда Дияр спрашивает Сейрана, как у него дела, он получает сообщение о том, что полиция пришла получить инструкции от Сейрана. Когда Ферит говорит Сейрану стоять перед ним, пока он дает инструкции, Дияра говорит Фериту встать перед Сираном и выгоняет Ферита. Полиция спрашивает Сейрана, что случилось. Сейран говорит, что Синан пытался его убить. Не забудьте посмотреть наши вечерние видеоролики, чтобы познакомиться с продолжением сериала. Что вы думаете о том, что я сказала? Не забудьте поделиться с нами своими мыслями и мнением о сериале и написать в комментариях.